Привет всем! Распаковка с сайта Мылоопт. Заказывала пару месяцев назад, но пришла только вчера. Да, они долго присылают, но цены у них просто шикарные, поэтому не заказывать я там не могу. Очень много заказала в этот раз от душек, всего один пигмент, ну и мыльную основу. Мыльную основу заказываю Англию, качество мне очень нравится, белая и прозрачная. Заказала много, поэтому акцентировать внимание на них не буду. А вот от душки сейчас будем пробовать. Да, мои пипеточки как раз 5 штук. Они небольшие, мне нравится очень ими работать. Поехали дальше. Свежескошенная трава. Еще не заказывала эту отдушку. Ой, аромат нежный, приятный, неприторный. Очень. Я аллергик, у меня аллергия на свежескошенную траву, но тут аромат просто шикарный. Да. Киви. Очень классный, сладковатый такой аромат, тоже очень приятный, неприторный. Бамбук и огурец. Нейтральный, слабенький аромат, но очень подойдет для таких унисекс мыл. Банная душка, эту я уже брала несколько раз, мне она очень нравится. Поэтому заказала побольше, 30 мл. Отдушка классная, тоже подходит как и женщинам, так и мужчинам. Хлопок тоже заказала 30 мл. Отдушка классная, приятная, тоже унисекс, подходит всем. Tropic Flowers, тропические цветы. Этих я еще не заказывала. Чем-то напоминает жвачку. И вот аромат франжипани, плюмерия, если кто знает, но такой насыщенный аромат на любителя. Фруктовый мусс, классная отдушка, 30 мл взяла. У меня до этого была фруктайм, но в принципе они очень похожи, фруктовый мусс и фруктайм. Фруктовый сладковатый аромат, очень классный. Маракуя, беру впервые. Ну, такой аромат классный, да, вот маракуйя, но какой-то он не насыщенный, такой вот, ну, нейтральный больше. Цитрусовый микс тоже беру уже давно, мне очень нравится, нет какого-то определенного аромата одного цитруса, вот, но классный, очень свежий аромат, тоже унисекс. Дальше, амаретто. Моя любимая душка, просто я от нее обалдею. Поэтому взяла побольше себе, 30 мл. Ну, как, я не могу передать это, но немного сладковатый аромат амаретто. Ну, вот очень классно подходит к мылу в виде формы пива или коньяк, виски. Если вы делаете, то классно заходит. Я даже мужское достоинство делаю с ароматом амаретто. Очень нравится. Овсяное молочко тоже у меня очень популярная отдушка. Мне она очень нравится. Тоже взяла побольше. Так, яблоко голден. Этого я не брала еще. Приятный яблочный аромат. Такой мягенький, вкусненький. Аж яблоко захотелось. Клубника свежая. Клубничный аромат. Свежий. Вот классный, вот действительно как будто клубнику в руках держишь. Такой неприторный, приятный аромат. Цветочный микс. Даже открываться не буду. Супер отдушка. Если у меня заканчивается аромат какого-либо цветка, цветочный микс просто спасает, потому что отдушка бомбическая. Очень приятный аромат. Подходит к любому мылу цветочному. Роза мультифлора. Нежный, тонкий аромат розы. Ну, роза как роза. Мне нравятся такие ароматы, очень приятные. Так, дальше. Свежесрезанные розы. Это я тоже не буду открывать. Я его постоянно беру. Она немного дороговатая отдушка, но очень классный, тонкий аромат розы. Неприторный, приятный. Классный.
Так, ананас. Ананас не люблю, никогда не брала. Вот. Ну, я к ананасам просто не сильно хорошо отношусь, но пахнет ананасом, могу сказать. Грейпфрут розовый, очень классная отдушка, не буду открывать, так как знаю его вкус, аромат. Очень такой свежий, классный аромат. Ну, новогодний, но кто любит грейпфрут, постоянно у меня его заказывают, вот именно этот аромат. Капучино тоже не буду открывать, просто бомбический, как и амаретто, один из моих самых любимых ароматов. Лакшери, эту отдушку я еще не брала, сейчас будем пробовать. Тонкий, приятный аромат, чем-то мне напоминает банную отдушку, но только он такой вот легкий, ненавязчивый. И последняя отдушка, крепкий кофе. Тоже не брала. Ой, блин, супер. Вот это, наверное, еще одна будет моя любимая отдушка, крепкий кофе. Аромат кофе такого вот свежесмолотого, классная отдушка. И последнее, что я заказала, это коричневый пигмент. Косметический. Ну, тоже попробуем. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.